Всем привет! Сегодня я нахожусь на берегах Москва-реки, но я приехал сюда не ловить рыбу, я приехал сюда искать сокровища. Так что впереди все самое интересное, не отключайтесь. Алюминиевые крест. Так, наши первые находки. Два крестика мы нашли, сейчас этот помоем. О, о какой. Ну, дома мы его еще почистим, покажем вам. Вот еще две находки в земле. Вообще прикольные. Икона Божьей Матери. Тут немножко откололось. И вот какой-то непонятный монокль, что ли, или что это такое. Тоже очень интересные находки. Так, еще один крестик нашелся. Тут целый колондайк этих крестов, через каждые полметра пищит. Сейчас помоем, посмотрим. Конечно, состояние не очень. Вот такой. Ну, дома мы их отмоем, покажем. Ну, тут что-то есть. Ну, посмотри еще. Твоя лопатка копни. Вот сюда кидай, здесь не пищи. Ты лопату подальше поставь, от нее может. Ну вот она пищала же. Найди, где она пищит. Кнопка нажми, эту кнопку. О, где-то тут. Монету нашли. Ничего не видать. Сейчас помоем, посмотрим. Пять копеек, Сань. Сколько? 5 копеек 56-го года. Там еще есть еще одна монетка, совсем маленькая попалась. Пятьдесят пятый, кажется, или пятьдесят третий год, 1 копейка. Неплохо. Ниточку такую. 1 копейка. Правда, год, наверное, уже не разглядеть. 1 копейка. О. 1 копейка. А, о.1912 год, 1 копейка. Ищем дальше. Еще одна находочка. Сейчас мы ее немножко помоем. Посмотрим, монетка, копейка. 1 копейка. 1933 год. Тридцать третий год.
очередная монетка. О, 20 копеек. 20 копеек. 54-й год. Вот здесь в ямке грязи нашел.